Привет, дорогие друзья, с вами Елена и мой очередной обзор супер выгодных покупок из магазина Лента. Все, что вы видите на этом столе, я получила бесплатно, можно сказать. Вы скажете, да как это так, такого быть не может, а я вам сейчас докажу. Пожалуйста, к оплате 3 рубля. К оплате, вот столько всего купила, к оплате 17 рублей. К оплате 446 рублей, но это за коньяк. И к оплате 139 рублей. В общем, вот такие вот покупочки у меня получились. Вы скажете, ну как это такое возможно? Что это такое? Что это за аттракцион невиданной щедрости? Ну да, вот бывает такое. Ну давайте я вам все по порядочку. В общем, смотрите, в Ленте бывают акции. Акция называется кэшбэк, это возврат денег на вашу карту и на определенные группы товаров. Вот, например, в один из дней была акция на комплекты постельного белья. И эта акция, причем, действовала даже на то белье, на которое уже была снижена цена. Я выбрала вот такой комплект сатинового белья. Здесь сатин. Это самое лучшее белье, я считаю. Хлопок 100%. Коллекция Royal Collection. Называется «Гармония». Вот такой вот комплект. Я вам его распакую, если что, и покажу в конце ролика. Так вот, без скидки он стоил 4800. Но на него была скидка, видимо, он один оставался, и была скидка 2800, да, 2800. В общем, я заплатила на кассе 2800, и мне тут же 1400 рублей кэшбэка вернулось на мою карту сразу же. Вот. Дальше, в этот же день была акция на мясо. При покупке любого мяса, кроме марки 365 дней, кэшбэк 40%. На постельное было 50%, на мясо 40%. Возвращалось на вашу карту. Я выбрала в этот раз окорок. В тот раз я брала шейк. В этот раз вот окорок взяла. Смотрите, без скидки он стоил 364 рубля. Я выбрала специально, который был со скидкой, за 269 рублей. И вот я взяла, значит, два куска мяса. Здесь получается по кило 200, да, и тут кило 200, и тут кило 200. Вот, и мне 40% тут же начислилось на карту, на мою. Дальше, в этот же день была акция на сосиски. Вот при покупке сосисок, любых сосисок, сардельк, 50% кэшбэк возвращается сразу же на вашу карту. Вот, я, например, купила эти сосиски, и у меня сразу же 50% вернулось на карту. Ну, то есть, вот я вам продемонстрировала то, что мясо, сосиски и постельное белье. Вот эти три позиции я купила с кэшбэком. То есть, у меня на карту вернулась приличная сумма денег. Вот, ну и все остальное, вот все, что вы видите, вот это, вот это и вот это... И это я все, за все за это я заплатила 20 рублей. Ну, кроме коньяка. На коньяк кэшбэк не распространяется. Я хотела коньяк, ну, чтобы как бы коньяк купить с кэшбэком. Нет, на него скидка была. Так он 1000, что ли, стоит, 900 с чем-то рублей. Со скидкой он сейчас в Ленте 586 рублей, да? Около 600 рублей, точно не помню. В общем, мне за него пришлось заплатить только 446 рублей. То есть там какая-то часть кэшбэка списалась на коньяк. По-моему, 20% идет кэшбэк. А на все остальное, пожалуйста, 100% списалось у меня кэшбэк. На все остальное, кроме коньяка. Так, ну давайте по порядочку. Вот я взяла в этот раз шампиньоны. В тот раз я тоже брала шампиньоны, и они были по 165 рублей, в этот раз по 219 рублей. В тот раз они были более мелкие, в этот раз они, конечно, покрупнее. Вот. Я, значит, что я с ними делаю, сейчас покажу. Посмотрите, в прошлый раз я покупала, я их замариновала. Вот такая вкуснятина получилась. Здесь очень много специй. И с чесночком я сделала. Это очень вкусно. Ну, я, конечно же, купила еще шампиньонов. В этот раз я тоже буду их мариновать, но немного по другому рецепту. Я сниму отдельное видео, как я буду мариновать шампиньоны. Так, в общем, взяла шампиньоны, взяла кулич.
кулич у нас вот такой вот высокий. 49,89 цена. И вот смотрите, чтобы получить как можно больше выгоды, да, я специально выбирала тот товар, который был уже со скидкой, с огромной. Например, вот такая фарфоровая посуда из коллекции «Романтики». Я все собираю эту коллекцию. И вот смотрите, вот такие подставочки миленькие, фарфоровые, под чайные пакетики. Они продавались вообще за какие-то сущие копейки. Там 20 с чем-то рублей вот такая штучка. Все это так презентабельно, вот в таких коробочках. Вот смотрите, можно презентик сделать кому-то. Такой подарочек подружке, там, маме, да кому угодно. Очень симпатично смотрится. Без скидки они раньше стоили то ли 150, то ли 160 рублей, а сейчас по 20 с небольшим, 20 с копейками. Вот. Дальше, вот смотрите, я докупила вот всю эту коллекцию, собираю. Докупила вот такую вот подставочка, это фарфоровая подставка под губки на кухню. Значит, подставка под ложку. Ну, это у меня уже было куплено. Ну, на посуду, ребят, я сделаю отдельный обзор. Когда я полностью соберу весь сервиз, я вам покажу его. Так, ну дальше, что я еще купила? Сахарный песочек закупаю постепенно уже, ну, к лету, чтобы у меня был на заготовке, на варенье там всякие. Смотрите, да, вот я вам говорила, что специально выбирала тот товар, который и так уже со скидкой. Вот, например, чай, вот такой клубника со сливками. Этот чай с ягодами клубники и ароматом сливок. Я, ребят, я не пью чай в пакетиках, я пью только вот хороший чай. Вот, и этот чай, он с лучших мировых плантаций, то есть это премиум класса чай. Но, смотрите, он в одной ленте по одной цене, он там был по 140 рублей. А в другой ленте, видимо, там оставалось уже только 3 штучки, и на него цену снизили. То есть вот когда партии заканчиваются, на товар очень снижают цену. И он всего-то продавался по 46, что ли, 48 рублей. Это при том, что он стоит 140. Вот. Ну и я последние 3 штуки как раз и забрала. Но здесь не просрочка, это здесь, видите, срок нормальный. Вот дата изготовления 19 февраля 2021 года. То есть он свежий, нормально, все хорошо. Просто партия закончилась, и на него была скидка. Я забрала, конечно, все вот эти 3 пакетика, 3 упаковки по 100 грамм. Дальше, смотрите, вот сейчас, кому если нужен чай, в ленте, обратите внимание, продается Ахмат-чай. Здесь расфасовка 500 грамм, это классик. Ахмат классик, 500-граммовая расфасовка. Так он стоит без скидки 900 с чем-то рублей, а сейчас он за 370, по-моему. Вот. Ну да, я что-то высчитывала, там получается за 100 грамм 72 рубля. Ну, конечно, это выгодно, да, но все знают, что Ахмат чай это более-менее нормальный чай по вкусовым качествам. Вот. Все, вроде бы, я вам показала. Мороженое, да, вот такое эскимо. Было по 30 рублей, по-моему, сейчас. Ну, вот такие вот, ребят, у меня выгодные покупочки. То есть, все, вот что я вам показала, кроме алкоголя, я получила практически бесплатно. Вот. Так что, имейте в виду, что можно пользоваться вот такими акциями в ленте. Сейчас я вам попробую распаковать и показать вот этот комплект постельного белья. Полностью распаковывать не буду, но поверьте мне, по качеству это очень хороший комплект. Друзья, на этом у меня обзор закончен. С вами была Елена. До новых встреч. Всем пока-пока.